Мы 3 или 4 года пытались вас поймать в Риге. Вот у нас наконец получилось. А почему вы в Риге? Ну, мне нравится. У меня друзья здесь, во-первых, есть из Риги. И я давно уже с ними знакома. Ну, по спорту, естественно, получилось познакомиться. Ну, вот спорт нас всех сближает, тем более путешествия. И сейчас ситуация достаточно в мире, да, сложная со всеми как раз-таки передвижениями. И здесь в Латвии достаточно спокойно. Не жарко, поэтому можно приятно провести в безопасности, скажем так, какую-то часть лета. Я, любимые места какие-то появились уже тут? Ну, наверное, конкретных мест нет. Мне, в принципе, просто когда хорошая погода, я люблю гулять, потому что здесь в Риге все рядом, и можно везде пешком пройти, в принципе, по каким-то, ну, красивым местам. Мне просто нравится архитектура, у вас европейский стиль, и я просто очень люблю, я наслаждаюсь, даже если я прогуливаюсь одна, мне не обязательно нужна компания, мне просто нравится. Похоже немножко на Стокгольм, который вы любите, правильно? Да, я люблю Стокгольм. А в прошлом году вы были на теннисном турнире в Латвии? Угу. И вообще вы часто бываете на теннисе, насколько я понимаю, на US Open, еще где-то? Ну, когда есть возможность, особенно больших турниров, конечно, я стараюсь смотреть, потому что, ну, во-первых, это интересно, во-первых, это тоже спорт, да, это моя стихия, хотя абсолютно противоположная, наверное, от шумного огромного стадиона, ну, наверное, тема как раз-таки захватывает. Вы любите именно теннис или просто вечером некуда сходить, пошли на теннис? Это как происходит? Да нет, мне хочется просто интересно посещать какие-то спортивные мероприятия, которые не касаются легкой атлетики, потому что когда я нахожусь, например, в Америке, я могу сходить на баскетбол, посмотреть. Mm-hmm. Ну, это вообще это другая атмосфера, это, ну, кураж, эмоции, ну, просто когда игра захватывает, неважно, да, что это там теннис, хоккей или баскетбол, мне просто интересно сходить не потому, что мне нечего делать. В теннисе за кого вы болеете? А когда как? Мужской или женский? Больше мужской. Тогда Джокович или Надаль? Федерер. А можете рассказать вот про перелет? Я думал, что гораздо сложнее попасть сейчас из США в Европу обратно, или уже все летает, все хорошо? Ну, на самом деле, много чего уже летает, и давно уже летает. У нас с русским паспортом, в принципе, казалось бы, никуда нельзя, но оказывается, что все-таки можно. И я сейчас не полетела в Россию, я думала, но просто решила отложить поездку, просто чтобы сделать меньше передвижений в целях безопасности. Хотя, в принципе, в России сейчас ситуация улучшается. У нас пока что никакой второй волны нет. У нас первая заканчивается, потому что в Америке как раз-таки началась, в принципе, вторая волна, к сожалению. Ну, вот. Но даже русских я знаю, что пускали в Америку там уже с середины мая. Там после 16 мая, по-моему, были уже открыты рейсы, и людей спокойно там с туристическими визами, то есть пускали в страну, но сейчас просто там, конечно, опять все это начинается, особенно в теплых местах, например, во Флориде или в Техасе, так как все открылось, и люди просто ринулись отдыхать, и вот чревато это заканчивается. Они боялись, уезжая оттуда, что, возможно, сложно будет вернуться обратно? Да нет, как раз-таки, ну, вроде бы обратно-то нормально все. Да? Угу. Пустят? Ну, надеюсь, да. Всегда, конечно, переживаешь, потому что ситуации разные, меняется на самом деле все каждую неделю, но думаю, что в данной ситуации все хорошо будет. Я вчера погуглил про Атланту, и кроме музея Кока-Колы ничего интересного не нашел. Что представляет из себя этот город? Ну, вообще считается, что Джорджия сама по себе — это персиковый штат. Хотя в Атланте, да, я ни одного персикового дерева не видела, но вот так считается. Вообще, в принципе, Атланта — красивый город тем, что, ну, меня привлекает тем, что он зеленый. Там просто везде лес. Ты спишь как будто в лесу. Это очень приятно, потому что просто, ну, воздух от большого города, когда ты спишь прямо в самом городе, да, и смотришь на другое здание, он, конечно, очень сильно отличается, когда ты можешь открыть балкон. Ну, конечно, я не про лето говорю, потому что летом жутко жарко, и балкон не открыть, и очень
очень влажно в Атланте, хотя нету воды рядом, но влажность сравнимая с Флоридой, вообще то же самое абсолютно, и сейчас там за 30 градусов, конечно, балкон открывать даже не хочется. Но что касается самого города, там есть, в принципе, кроме музея Атланта, там есть хорошие там дельфинарии, там есть различные музеи, большие музеи, маленькие музеи, я их тоже посещала. Там много спортивных арен, потому что Атланта очень спортивный, mm-hmm. просто супер, наверное, спортивный город, и там огромное слияние разных видов спорта. К сожалению, оттуда несколько лет назад ушла хоккейная команда, то есть там еще присутствовал и хоккей, да, НХЛ, сейчас его нет, это единственное, но все остальное там просто как раз-таки кипит, и все, кто жители там живут, я знаю, что они вовлечены в спорт очень сильно. Не скучно там? Нет, не скучно. А любимые места, города в США есть у вас уже? Города, да, я не знаю, но я люблю Нью-Йорк, мне нравится Нью-Йорк. Для меня он сравним с Москвой, ну вот по движению, потому что я все-таки 10 лет прожила в Москве, и Нью-Йорк, конечно, немножко отличается, ну не немножко, отличается все-таки, да, дистанциями и так далее, потому что в Москве все-таки город сам побольше, чем если брать Нью-Йорк как Манхэттен, да, например. Там можно просто пешком передвигаться, что мне как раз-таки очень нравится, то, что у тебя есть возможность не садиться на какой-либо транспорт, на такси, на машину или на метро, и можно, если хорошая погода, то просто прогуляться, если у тебя есть время. И, конечно же, какие-то улочки, какие-то места есть, но так, чтобы прям какой-то любимый город, наверное, пока что нет. А за 7 лет вы там американизировались уже или продолжаете искать русские магазинчики какие-то? Всегда русским, да, конечно. И в Атланте есть тоже огромный магазин, но он не русский, считается, европейский, то есть там есть даже продукты из Латвии, продукты там из Литвы, финские продукты, русские. Ну, то есть все страны, все люди там, там мало американцев в этом магазине, но он реально огромный, потому что там все кухни, скажем так, мира, там и корейские, и китайские, и японские продукты можно найти, все, что хочешь. И я не исключение, я туда езжу каждую неделю. Из Латвии? А что там, шпроты, что ли? Шпроты тоже есть. Угу. Ну, то есть такого, что чего-то нельзя купить в Америке, такого нет? Нет, да, меня вот спрашивали, скучаю ли я, например, по еде, я говорю, ну нет, не скучаю, потому что я могу это все приготовить, я могу все это купить там, например, там, я не знаю, что они продают... Там гречку не продают, да, в Америке. Ну, я пойду ее куплю в русском магазине, не проблема. Но говорят, черный хлеб там не очень. Черный хлеб, да, вот черный хлеб, да, я покупаю в русском магазине обязательно. Угу. А вы там полностью, ну, как бы в английской среде, или вы общаетесь все равно с русскоязычными какими-то людьми, или... То с русскими только по телефону. То есть там у вас нет каких-то приятелей, друзей? В Атланте вообще нету. То есть у меня есть в Америке друзья, которые русскоговорящие, но они не рядом со мной. То есть если только я их посещаю или они меня посещают, но, естественно, это не так часто. А язык не забывается? Нет. Ну, я достаточно много общаюсь на русском по телефону и с родителями, и со своей семьей, и с друзьями, естественно, поэтому нет. А нет такого, что вы возвращаетесь и чувствуете, что немножко выпали из действительности, вот российской или русской? 100%. Это очень ощущается, особенно первые дни, и даже в языке, кстати говоря, тоже ощущается, когда я прям попадаю в Россию, и где-то нужно что-нибудь там быстро говорить или что-то обсуждать, и я понимаю, я ловлю себя на мысли, что я ищу какое-то слово, что, ну, оно просто, я его знаю, да, но оно где-то у меня застряло, и я им давно не пользовалась, и, ну, это пару дней буквально, на самом деле, просто мне кажется, это даже больше не из-за того, что я приехала там в Россию, а это из-за того, что в голове просто, да, я привыкаю, что мне нужно думать больше на английском и говорить на английском, а здесь наоборот. Я начинаю слышать русское телевидение, первые не думаю, где это? Я забываю, что я приехала в Россию, здесь везде русское телевидение, ну или радио, например, чего там нету, то есть у меня нету в Атланте русских каналов и так далее. Конечно, я могу включить там тот же YouTube и посмотреть какие-то передачи там на русском или на любом другом языке, вот, но так в основном, конечно, среда вся англоязычная. Ну а с точки зрения того, что вы приезжаете, и ваши друзья обсуждают какое-то новое шоу, новую певицу, новый магазин, у них свои истории, в которых вас нет, вот такое не
Ну, из этого я точно не выпадаю, потому что у нас всегда есть общие темы. Это же друзья, и мне обязательно обсуждать что-то новое, где я была не вовлечена. Мы можем поговорить абсолютно на другие темы и найти, о чем поговорить. Тем более с теми друзьями, с которыми я там вижусь, например, раз в год или максимум два раза в год, потому что чаще я в Россию не летаю в году. Родители ко мне прилетают два раза в год примерно. Ну, в зависимости от ситуации, иногда, может быть, чаще. Так что здесь как-то с друзьями у нас таких проблем нет. Что касается музыки, да, я согласна, я выпадаю сильно, потому что я не успеваю просто следить за тенденциями, не успеваю следить за новыми песнями, которые выходят, потому что их тоже огромное достаточно количество. И если ты просто в машине хотя бы даже не слушаешь это радио, где-то у тебя на ухе нету, то да, из этого, конечно, ну, за этим следить сложно. А обсудить какой-то магазин, ну, для женщин это вообще не проблема, даже если ты там ни разу не был. Я просто сам жил какое-то время за границей, не так далеко, правда. Я приезжал в свой родной город, а у друзей новый друг, новый бар, новые какие-то истории. Ну то хорошо, надо сходить в новый бар. Ты чувствуешь себя немножко лишним, у тебя не было с ними год, и ты так... Нет такого? Нет, у меня нету. Просто я настолько долго с ними уже общаюсь, ну, эти друзья, которые не новые, там, не за год до моего отъезда, скажем так, приобретенные, поэтому у нас всегда есть общие темы, и мы очень, ну, с некоторыми, да, то есть у меня не огромное количество друзей, и с теми, с кем я общаюсь очень плотно. Поэтому, в принципе, мы на телефоне там, ну, через день. То есть нет такого, что я вот полгода не общаюсь, я приехала и здравствуйте, там, как ваши дела. Ну, то есть, да, такого обычно нет. А для постоянного места жительства вы рассматриваете Америку? Я рассматриваю. Я пока что не определилась 100%, но это точно один из вариантов. То есть скучать... Ну, то есть русскоязычная среда не настолько сильна, как желание жить в Америке? А это не желание жить в Америке, честно говоря. Если бы у меня сложилась судьба, и я там нашла бы тренера, и он бы был бы из Латвии, ну, к примеру, да, и мне бы надо было какое-то время здесь находиться, и уже дальнейшая жизнь все равно строится вокруг того, что есть на данный момент, да, не то, что было 7 лет назад, когда я жила в России, правильно? И здесь уже просто то, что я хочу делать, уже более-менее выстраивается за границей где-то с больше там с нерусскими компаниями. Что-то, конечно, я работаю тоже с русскими, но все-таки проще делать вокруг себя что-то там, где ты находишься. Вот, особенно на будущее. Поэтому как бы здесь так сложно говорить. А что будете делать после завершения карьеры? Вы решили уже? Это будет связано со спортом? Может быть, около спортивное, но не... Это не будет тренерская профессия, потому что я не вижу себя тренером. То есть я знаю, что я могу отдать знания, я думаю, что я могла бы быть полезной, но в качестве, наверное, консультанта, ассистента, но не полноценного тренера, потому что я знаю, что у меня просто не хватит на это выдержки, терпения, вот, чтобы каждый день, да, работать с детьми, с учениками. Я знаю, что мне просто... реально не хватит эмоций на все это, потому что я такой человек, который я начинаю тоже и сравнивать, и я знаю, что сейчас многих детей очень сложно заставить, ну как, это тоже работа, да, если мы так назовем, работать каждый день и трудиться, а спорт это только так. Многие дети, которые, например, талантливы, они думают, что можно все получить за счет своего таланта, это огромная большая ошибка. Ну, это... И я вот знаю, что я не смогу с этим совладать, когда ребенок будет, не дай бог, приходить на тренировку и говорит, да я и так все могу, там мне не надо тренироваться, я выиграю соревнования. Но, к сожалению, это не так, да, поэтому я знаю, что я бы с этим не справилась, но вот в качестве консультанта и так далее, да. Потом уже поступают и другие тоже предложения, связанные с... например, какими-то брендами, опять-таки, разработки спортивной одежды, спортивной обуви, потому что многие люди жалуются, которые пользуются той или иной обувью, даже неважно, если это какой-то известный бренд, что их что-то не устраивает. И я тоже знаю, что я могла бы привнести какой-то вклад в эту индустрию, так как я очень много работаю с обувью, и как она должна выглядеть под свои стопы, да, и что, в принципе, должен даже чувствовать хотя бы в кроссовках обычный человек, который просто хочет выйти на пробежку, чтобы себе не навредить. Ну, то есть вот в таких областях уже есть какие-то разработки и, естественно, какие-то соприкосновения, да, с людьми, которые хотели бы
видеть меня в качестве, опять-таки, консультанта. Я не знаю, как в Америке, но в России многие спортсмены после завершения карьеры идут в политику. Вам уже поступали такие предложения? Мне не поступали, но я сама не хочу. Во-первых, я не считаю себя компетентной полностью в этой области, потому что у меня нет надлежащего образования, чтобы рассуждать на какие-то высокие политические темы. Да? То есть я заканчивала университет по специальности маркетинг, и это очень далеко от политики, и, честно говоря, я... У меня нет какого-то вдохновения даже учиться на, скажем так, идти там на дипломатическую академию, к примеру, чтобы получать образование и дальше становиться политиком. То есть у меня такого желания и цели нету, поэтому я даже не хочу, в принципе, касаться этой области, особенно в своей дальнейшей работе. А как вы относитесь к спортсменам, которые все-таки решаются туда податься? Честно говоря, по-разному, потому что если брать на моем примере, я не беру всех спортсменов, да, есть какие-то спортсмены, которые я уважаю, если ты разбираешься в том, что ты делаешь. Если ты не разбираешься и просто для какой-то галочки куда-то идти на какую-то должность, я не считаю это рациональным, и если ты не можешь принести никакой пользы, это будет выглядеть просто-напросто глупо. Ну зачем? Ну я не такой человек, поэтому... Мне хочется либо что-то делать хорошо, либо не делать вообще, поэтому политика как раз-таки к делать хорошо по отношению ко мне не относится. Вот. Ну, как, скажем так, у людей есть выбор, поэтому я же не могу повлиять на их решение, если кто-то вдруг решил на следующий день после завершения своей профессиональной карьеры стать большим политиком. Если вернуться к 2020 году, как прошла вот эта первая половина? Много ли было свободного времени у вас? Свободного времени было не очень много, но больше, чем обычно. Потому что не нужно было ездить много, скажем так, да, передвигаться, так как, когда началась уже пандемия, начался карантин, естественно, я, как и все, находилась дома, потому что... Остановились тренировки? Да. Да, ну, я тренировалась какое-то время, у меня был открыт тренажерный зал в моем здании, ну, то есть немножко дольше, чем тот тренажерный зал, в который мы обычно ходим. Ну, то есть я могла как-то поддерживать, и потом это все закрылось, это все переместилось домой. Ну, вот, естественно, я делала что-то дома, но это... Дома не прыгнешь, так? Ну, это не сравнится, естественно, вообще даже близко. Это было просто больше для, скажем так, моральной поддержки для себя самой, и просто такого для поддержания активного образа жизни. У нас было разрешено в Атланте ходить в парки. Нельзя было подъехать к парку, все паркинги были закрыты, но кто живет рядом с парками, те могли пользоваться. В силу как раз-таки, вот, если тебе хочется быть физически активным, ты имеешь право пойти в этот парк. Я просто ходила на прогулки и так далее. Я пару пробежек, может быть, там делала, но... Я как бы длинными дистанциями не очень дружу, поэтому для меня такой легкий кросс — это максимум, что я могу. И потом уже какой-то стретчинг, просто какой-то йога на свежем воздухе, это да. А так нет, все было дома, дом, продуктовый магазин, на этом все. Я читал, что вы начали писать роман. А, ну это тоже да. Это весной началось? Зимой еще, да. Он уже закончен или в процессе? Он закончит в конце августа, мы сдаем. И он будет на русском языке тоже? Он будет на русском изначально, и через 2 месяца после выхода русской версии будет на английский переведен. То есть можно в Латвии его будет купить? Ну, конечно, и онлайн можно будет купить, потому что сейчас, наверное, бумажные книги даже... тяжелее приобрести и возить с собой, если людям, особенно которые путешествуют, или у них нет вообще возможности, в принципе, найти эту книгу в печатном виде, всегда можно ее заказать онлайн. Но это не будет как бы такая прямая автобиография? Там нет, как-то... это не будет прямая автобиография с кусочками, естественно, моей жизни, но это не будет биография. А вы еще говорили, что, возможно, будет экранизация этого. То есть идут какие-то разговоры или вам бы хотелось? Это как пойдет. Но я не говорю, что я буду играть главную роль. Вот так вот. А кто мог бы сыграть? Ну, пока что я не знаю, но если, например, это будет разговор, что мне не обязательно играть, наверное, я бы сказала, что хорошо. Ничего страшного. Так меня болтает немножко, да, к спорту обратно. А ничего страшного. А то я туда и сюда.
со спортивной точки зрения 2020-й, он бесполезный или все-таки нельзя так грубо говорить? Со спортивной точки зрения бесполезный. Ну а что сказать, соревнований нет, в принципе, тренировок практически не было. Ну какой рваный, да, процесс, как бы ни туда, ни сюда. Для людей, у которых, например, если говорим про будущее, про Олимпиаду, у которых нет норматива на Олимпиаду, они не могут его выполнить, потому что выполнение нормативов остановлено до 30 ноября, ну, в силу пандемии, да. И, по сути, ну, грубо говоря, ну, я бы так это назвала. Если прямо именно спортивной составляющей. Если брать уже личные составляющие по отношению к спорту, наверное, я бы не сказала бесполезно, потому что там я для себя что-то взяла, да, я использую это время для себя, ну, для каких-то восстановительных целей, там, потому что у меня свои есть там проблемки, которые хронические, которыми можно позаниматься как раз-таки в период этого времени. То есть это не зря, но если брать глобально про спортивную часть, то да. Ну, в целом у вас нет какой-то тревоги за спортивное будущее из-за всей этой ситуации? То есть неизвестно, что будет через год, через полгода? Ну, у меня только есть тревога в проведении Олимпийских игр в следующем году. Здесь, конечно, есть, потому что я вообще не планирую свою карьеру, в принципе, там больше, чем год или два. Это был, в принципе, изначально мой план. Я хотела выступить на Олимпиаде в этом году и, может быть, еще один год как раз повыступать и завершить свою профессиональную карьеру. Но сейчас немножко это пролонгировалось, да, из-за того, что все это перенеслось. И, конечно же, не хочется уже, чтобы в следующем году опять, как говорится, что-то пошло не так, потому что хочется уже реализовать то, что будет наработано, да, и не хочется, естественно, потраченного времени, я думаю, ни для кого не хочется, потому что все-таки спортивный век, он недостаточно длинный, ну и вообще у людей по жизни есть какие-то свои планы, цели, и если заранее знать, что чего-то не будет, то, наверное, многие люди могли бы перепланировать, да, потому что все-таки это речь не об одной неделе, а не об одном месяце, это речь сейчас уже год прошел, да, если следующий год еще не получится, это уже два года как бы из твоей жизни, если ты как бы топчешься на месте, то это тоже нехорошо. Я просто видел ваше интервью, где вы говорите про отмену Олимпиады, и вы очень спокойно об этом говорите. То есть вас это совсем не... В этом году, да. Ну вы же как бы готовились к ней, и тут вам говорят, не будет в этом году ничего. Ну нет, так это нет. Же должно было, ну, взбесить, нет? Нет. Ну, я говорю, что это не было резкой новостью, не было. Вначале говорили вообще об отмене Олимпиады, по-моему. Да, вот это была неприятная новость об отмене. Но я, честно говоря, как-то вообще даже не задумывалась о том, что ее отменят. Я была уверена, что ее сдвинут, то есть, что ее передвинут на просто какое-то другое время. Почему-то вот за это я не переживала, поэтому слухи-то были уже, ползли давно, скажем так, да, за несколько месяцев до того, как было объявлено уже объявлено окончательное решение о том, что они переносят на следующий год. Поэтому, в принципе, ну, я морально была готова. То есть они объявили то, что все нормативы, которые есть, они переносятся. То есть, в принципе, ну, здесь никакого стресса, ну, по сути, да, большого стресса, ну, по крайней мере, для меня не было. Подготовка будет заново все? Конечно. Когда она каждый год начинается заново, поэтому, ну, здесь говорить, что ты что-то сделал лучше или что-то сделал хуже, в принципе, нет. Наоборот, на следующий год ты можешь какие-то моменты маленькие добавить, да, поменять, наоборот, сделать лучше, то есть использовать это время в свою пользу. А планирую я начать подготовку с середины августа, ну, возвращение как бы к моим нормальным тренировкам, к регулярным. У вас вообще что-то может вывести из себя? Ну, конечно, ну я-то, в принципе, достаточно взрывной человек. Меня достаточно легко вывести из себя. Но это не касается спортивных каких-то вопросов рабочих, да, если давай так назовем, если брать спорт по отношению ко мне как рабочий, да, какую-то стезию, тогда нет, здесь сложно, потому что если можно вывести легко спортсмена, то как ты потом пойдешь на соревнования выступать с такой психикой, скажем так, потому что если ты стоишь на разбеге, и тебе кто-то перешел дорогу, и ты взбесился, ну какой дальше прыжок, ну просто-напросто. Поэтому надо уметь, наверное, здесь держать себя в руках, контролировать, просто не обращать внимания, и вообще это на самом деле очень большая работа, с моральной как бы частью, с психологической частью, потому что особенно на крупных соревнованиях
если брать, ну, топ-10, да, топ-12, например, спортсменов, которые входят там в финал там, чемпионатов мира, Олимпийских игр, все атлеты, по сути, физически готовы более-менее одинаково. И здесь отличается только вот как раз-таки вот, вот эта моральная, психологическая сторона, потому что кто-то сгорает, кто-то не выдерживает напряжение, у кого-то там зашкаливает адреналин, и здесь как раз-таки тебе надо справиться именно со своими эмоциями и как раз-таки вложить их в нужное русло, чтобы они помогли тебе улучшить результат, а не наоборот. Вы говорили, если сопоставить негативные комментарии и позитивные, то их будет 50 на 50. Угу. У вас есть хейтеры? Как такое возможно? Да, очень много. Очень много хейтеров у меня. А за что они вас хейтят? Ну, как-то люди по-разному что-то... То есть в футболе это понятно, там соперники, другие команды, болельщики других команд? Нет, тут как раз-таки про спорт вообще нет. Это обычные люди, которые смотрят... Изначально, когда я переехала в Америку, ну, что там началось, конечно, фу, американка, там, предательница, ну, такое была сначала какая-то волна, потом... Ну, 16-й год тоже понятно, а сейчас? Ну, 16-й год понятно, потом, ну, до сих пор много людей думают, что я ничего не делаю и только отдыхаю, что я не тренируюсь, ну, в плане, ну, вот, потому что я могу выставлять фотки купальники, поэтому 50% нравится, а 50% буду говорить, что я вот только на пляже, например, лежу и, да, на тренировке, в принципе, не хожу. Потом, если я выставляю что-то по спорту, опять кому-то что-то не нравится. Ну, в общем, на самом деле люди находят причины сами. Тут даже создавать их не надо, мне кажется. У кого-то какая-то зависть непонятно на чем основанная. Ну, то есть... В диалог с такими людьми вы не вступаете? Mm. Нет? Я не блокирую, я не удаляю, но в диалог не вступаю. Конечно, если, может быть, что-то будет, что очень сильно меня заденет, тогда я вступлю в диалог. Причем в открытый. Я не знаю, можно назвать ли это хейтерством, но то, что я видел, вам предъявляют, что в последние годы вы не радуете высокими какими-то спортивными достижениями. Но вас это раздражает, когда вот вам... Ну, говорят про тот прыжок в 2011-м, да? Ну вот многие люди даже не знают, что был серебро на чемпионате мира. Они пишут, я помню какой-то комментарий, я вот читала, не знаю, может быть, полгода назад читала, или даже год назад, ну то есть это было уже после Лондона, что, да, вот как вы сказали, что последний раз, когда я прыгала, это был 2011 год, то есть они не считают после 2011, что там были чемпионаты Европы, там медали, там 2 золотых, 1 бронзовая, там, ну этот чемпионат мира последний, который был в Лондоне, ну нет, так нет, ну в мою шкуру никто же не влезет, чтобы понять, почему, да, так случается, а я готовилась каждый год, на каждых чемпионатах мира я прыгала, я нигде ничего не пропускала. Ну, спортсмены нормальные люди, у которых случаются травмы, которых не избежать. Я не робот, да, и я тоже обычный человек, который может пойти споткнуться на улице и подвернуть ногу. Ну, конечно, это я сейчас утрирована, да, но все равно. И такое тоже случается. И как раз-таки обычно что-то случается в тот момент, когда это близко там к стартам, например. Там, я помню, там 2015 год, я там жутко мучилась там с поясницей и ничего не смогла сделать там к чемпионату мира в Пекине. И в итоге, естественно, я там не была в тройке призеров, когда, конечно, мне хотелось бы, да, и так далее. То есть каждый год что-то, если происходит, что-то происходит, но люди об этом не знают, я просто не привыкла никогда об этом говорить. То есть у меня прошли соревнования, например, я заняла не там лидирующую строчку, естественно, начинается хейт опять, да, но я никогда ни разу не оправдывалась в интервью, что случилось и почему там и так далее. Ну, это просто как-то не в моем стиле, а люди уже додумывают свою историю, ну, это их право. А сложно научиться не рефлексировать над этим? Ну, то есть это была проделана работа над собой? Или? Была. Да, но это на самом деле я ничего не делала. Я думала, да все нормально, у меня вообще откуда хейтеры, как вы сказали. Я спокойно относилась ко всему этому. Ну, кто-то там писал какой-то один комментарий, там, может быть, выскочит, там, понервничала 5 минут, забыла. Но, конечно, 16-й год, да, он заставил меня провести работу над собой, потому что там просто полилось... как с Ниагарского водопада, скажем так, все подряд. И, наверное, даже изначально это не было 50 на 50, это было 80 на 20, только 80 негатива, да, и 20 какой-то, не, даже не позитива, а просто поддержки.
Это, наверное, более близких людей, которые знали, в принципе, да, всю ситуацию более полноценно. И там, да, мне пришлось проделать над собой работу, потому что, ну, иначе можно сойти с ума было от всех этих мнений, от негатива людей, которые я видела, я старалась не читать. Но изначально это было все, это была блокировка для меня. Я не блокировала социальные сети, но в плане того, что я вообще не смотрела, я вообще не читала, я ставила фотографии, я ни разу за год, мне кажется, после этого я не открыла комментарии. Никогда. Ну, вот. И, ну, я могу увидеть только топовые, да, комментарии в Инстаграме. Но обычно это от людей, которых я знаю, там ничего плохого нету. Ну, или там какое-то сердечко просто, ну, миленько, хорошо, и все. Да, вот я, честный год, я не читала новости, там, ни в Гугле, ни в Яндексе, вообще ни разу не вводила там свою фамилию. Если что-то было, да, ну, вот пришлось так абстрагироваться полностью, чтобы как-то это сошло на нет просто. А вас часто посещает мысль, что к 2020-му я могла добиться большего? Или такие мысли, они тянут назад и не стоят? Да я, в принципе, да, особо никогда не загадываю. Ну, чтобы там, или не думаю на, что я бы, если бы, у меня, в принципе, нет таких мыслей. Я их, в принципе, даже не люблю. Ну, вот, это опять-таки со спортом связано, потому что, ну, к примеру, да, если сравнить с любыми соревнованиями, на которых ты прыгаешь и думаешь, а вот если бы у меня сейчас ветер был не минус 2, а плюс 2 в спину, вот я бы, может быть, на 20 сантиметров прыгнула бы дальше бы и выиграла соревнование. Ну, то есть это бессмысленный, как бы, разговор, бессмысленные мысли, ну, для меня, по крайней мере, то есть они мне не приносят никакой радости и удовольствия, поэтому я стараюсь просто не думать и действовать по ситуации, потому что, опять-таки, если бы думать, а потом тебе говорят, что Олимпиады нет, и сидеть весь год расстраиваться, ну, опять-таки, это ни к чему хорошему не приведет. А мысль о том, что если бы я осталась в России, было бы лучше, была хоть раз такая? Нет. То есть здесь вы полностью уверены, что правильный выбор сделан? Да. Плюс то, что я, знаете, мне что нравится, то, что я очень сильно пересмотрела, в принципе, отношение к спорту, отношение к жизни, потому что в России это было вообще вот спорт, 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 ничего кроме спорта, и все, что ты делаешь в обычной жизни, это плохо для спорта. Это так нас учат, так нас учили, и так меня учили, и так у меня это было просто, ну, эта мысль, она просто застревает у тебя в голове, и от нее, честно говоря, очень сложно избавиться. Причем это, ну, это я не беру сейчас какие-то кардинальные вещи, что если ты пойдешь в субботу в ночной клуб и пробудешь там до 7 утра, это плохо. Это плохо. Ну, то есть мы не берем такие вещи, которые 200% все знают, что это нехорошо для спорта. Например, я не знаю, нельзя смеяться на тренировке, потому что тратишь энергию. Ну, как бы, что это такое? Ну, я хочу с хорошим настроением делать тренировку. Если у меня будет плохое настроение, какое у меня будет тренировка? Если у меня будет плохих 10 тренировок, какие у меня потом будут соревнования? Ну, то есть все время какая-то позитивная волна здесь там должна быть. И около спорта должна быть позитивная волна. Семья должна быть тебя поддерживать. Мне, я помню, говорили, нельзя родителей на соревнования, чтобы пришли. Ты нервничать сильнее будешь. Ты с чего вы взяли, что я буду сильнее нервничать? Может, я лучше прыгну, потому что у меня поддержка будет у трибунок. Я их не буду видеть, но я буду чувствовать. Ну, к примеру, да, то есть такие вот именно моменты. И в Америке все это было прямо так вот, с ног на голову наоборот, и мне это нравится. И по жизни мне это сейчас нравится, что нету какой-то зацикленности на чем-то конкретном, и мир вокруг этого вообще не вертится. А в легкой атлетике бывает такое, что ты ловишь звезду? Или это не тот вид спорта? Я думаю, нет, у некоторых бывает, конечно. Да везде, а у вас бывало это, может такое? Быть. Ну, никогда не ловили себя на мысли, что что-то я зазвездила, там, не знаю, в кафе, там, официанту что-нибудь? Не, у меня, я наоборот, если меня спросят, чем я занимаюсь, ну, я чаще всего предпочту сказать, что, ну, там, я учусь сам, ну, например. Ну, чтобы не было дальше каких-то вопросов, если я не хочу рассказывать там или говорить там про спорт много. Нет, никогда не было. Во-первых, ну, надо ко всему правильно относиться, и каждая победа забывается гораздо быстрее людьми, чем твое поражение. Гораздо быстрее, на следующий день. Поэтому здесь звездиться не с чего, так что... Мне кажется, мы такие же обычные люди, и надо всегда твердо стоять ногами на земле, а не витать в облаках.
к рекордам, смотрите, если вернуться. Я вчера пытался разобраться, но не смог. Вот. 7,52 у женщин, 88 год. Да. 8,95 у мужчин, 91 год. А почему 30 лет никто... Что было 30 лет назад, что они так прыгали? То есть в беге, в плавании эти же рекорды обновляются? Ну вот, было другое время... Ветер был сильнее или что? Ветра то есть не это же было довольно сильнее. Много. Ветра не было сильнее. Ну, во-первых, фармакологическая, да, составляющая тоже другая была. Ну, этот факт, мне кажется, нельзя убирать, особенно в 80-е годы, когда работали исследовательские институты на целые сборные. Это реально так было. Сейчас это все вообще все закрыто, и никто никаким там спортивным питанием нормально не занимается. Сейчас все люди там мучаются и думают, там я прихожу в аптеку, и чтобы что-нибудь там купить себе, какой-нибудь витамин, я все покупаю отдельно. Ну, то есть я не покупаю это в комплексах, там, потому что я боюсь, что, не дай бог, там будет что-то запрещенное и так далее. Страх навеян уже отовсюду этим просто-напросто. Особенно в Америке, потому что в Америке вообще ничего нельзя покупать, если это не если у них нет сертификата по спорту, который подтвержден международным, да, антидопинговым агентством, что этот препарат можно покупать. Поэтому если я покупаю какие-то витамины, я стараюсь покупать вот так вот, С, Д, Е, там магний, ну то есть все отдельно, даже не в комплексе эти витамины брать. Поэтому, ну, это тоже как бы нельзя, наверное, убирать, да, эту часть, которая была в 80-е годы, и как это все сейчас, тестирование и так далее. Но этот рекорд может пасть когда-нибудь? Женский очень высокий, честно. Ну, мужской тоже, ну, давно уже не приближались. Вот я вот не понимаю все равно, то есть, ну... Ну нет, я думаю, что, наверное, это возможно. На самом деле, если хотя бы взять, ну, вообще потрясающие условия, да, если все сойдется, если нам поменяют планку, вот это тоже момент, кстати говоря, очень важный, потому что уже многие говорили, что, ну, нам что-то пора менять тоже в прыжках в длину. Хорошо, они поменяли нам измерительные системы. У нас теперь, у нас нету фактора человеческого, да, вообще. То есть человеческий фактор только произносящий, человек, произносящий твой результат, да, или... печатающий его, чтобы его все увидели на табло на стадионе. А планка осталась все той же. То есть, да, это пластилин, который смотрит человек, заступил-то не заступил, и камера. Если сделать, например, планку, которая там будет, например, полметра, да, и ты можешь на нее наступать и меряют с места отталкивания, результаты будут выше. Ну, потому что очень много людей, спортсменов, не только девочек, да, естественно, имеют проблемы с разбегом, да, с попаданием на планку. То есть многие результаты, там, если ты оттолкнулся с трека и прыгнул, то это результат, ну, как бы на 20 сантиметров меньше, если ты толкнулся четко от планки, да, там, перед там, красной линией, там, я не знаю, за 1 сантиметр. То есть это все съедает твой результат. То есть если сделать максимально условия для создания высокого результата, результаты могут пойти вверх. А кто входит в команду Дарьи Клишиной, кроме тренера? Ну, агенты, конечно же, которые со мной работают. А какие-то постоянные там физиотерапевты? Да, да, ну, это тоже, конечно, да. У меня из постоянных, с кем я занимаюсь, это, естественно, массажист, это мануальщик, ну, хиропрактор, к которому я хожу раз в неделю. Ну, если нужно, то чаще, но обычно раз в неделю, что если все нормально. И если есть какая-то проблема, то я хожу в отдельный центр, где работают физиотерапевты, и уже там, если мне нужно какие-то процедуры делать. Это да, это все в Атланте сейчас, естественно, есть. Это как у теннисистов примерно? Да, это у всех спортсменов так должно быть, по крайней мере. Да? Ну, у всех профессионально на высоком уровне, конечно, у тебя должен быть человек, который знает твое тело. И это должен быть не только тренер, ну, потому что свое тело нужно беречь, его надо обслуживать, и на него надо тратить время больше, чем ты тратишь время на стадионе, чтобы его натренировать, чтобы его восстановить и держать, скажем так, в хорошей форме и в порядке, здоровым, на это уходит очень много времени, больше, чем на стадионе ты проводишь, ну или в тренажерном зале. А в задачу агента что входит? То есть следить за соцсетями тоже это задача агента? То есть что вы выкладываете?
Кому вы даете интервью? Кому вы даю интервью, да. Социальные сети — это, в принципе, больше моя работа. Естественно, если это какие-то проекты, да, если это какие-то съемки, или если это работа со спонсором, и она требует публикации, то, конечно. А так, если это просто какой-то лайфстайл, то я все это, ну, и, по крайней мере, социальные сети я делаю сама. Согласовывать ничего не нужно? Нет, согласовывать в этом плане ничего не нужно. Если, конечно, это интервью, если это какие-то съемки, какие-то, опять-таки, проекты, то здесь, конечно, все договаривается, и со всем этим работает агент. Ко мне уже доходит информация, ну, да или нет, да, то есть, потому что последнее слово всегда за мной, и я имею право на все, что я хочу сказать «нет», и от агента никогда не будет возражений вообще. Ну, если это не совсем какой-то глупый «нет», там, но такого обычно не случается. Ну, то есть это всегда на выбор, потому что различных, скажем так, запросов на что-то достаточно много, и успеть все невозможно. Но агенты не хотят вам прокачать сильнее Инстаграм? То есть каждый день, чтобы вы 50 сториз грузили, как все знаменитые спортсмены? Там интерактив, да, какой-то? Там вопрос-ответ? Ну, я делаю это иногда сама. Какие-то викторины, какие-то конкурсы, это я провожу, начала, в принципе, недавно, да, это делать. Кстати, все это во время пандемии тоже завелось. И у меня есть подруга, которая мне помогает все это тоже организовывать, скажем так, потому что Инстаграм — это большая работа сейчас. Угу. Это очень много времени. Многие звезды чуть ли не в какое-то определенное время грузят, там все рассчитано, сколько сториз. Я гружу в определенное время. Да? Во сколько нужно грузить? Ну, я, это нужно смотреть по вашим подписчикам, потому что мне приходится грузить где-то в 9, наверное, утра по американскому времени, чтобы захватить Россию, Европу и Америку. Потому что если я буду грузить днем в Америке, то Европа, Россия уже спит. Ну, другой мир уже спит. Если там другое время, то это, ну, охват просто получается. Людей меньше просто-напросто. Они не увидят того, что я опубликую. А в какой стране у вас большая фан-база? Ну, Россия, если мы не считаем. У меня, на самом деле, ну, первые две страны идут, Россия, Америка, они делят прям между собой первое, второе место. Далее, на третьем месте у меня Италия. Италия? Я посмотрел комментарии, есть на польском, там вам пишут, на арабском. Да, много, на арабском, на чешском, с Индии очень много тоже. А узнают где чаще? Ну, кроме, опять же, России, Америки, наверное. В Риге узнавали вас? Да? Да, и в Европе тоже. Ну, наверное, Европа очень близка к спорту просто. Больше, чем, мне кажется, ну, больше, чем Россия, это 100%. Потому что в России все-таки спорт не на первой у нас строчке развлекательных событий, скажем так. А в Европе намного больше. Тем более, ну, Европа сама по себе меньше, и концентрация, да, людей, каких-то спортивных событий, она тоже меньше. Когда, например, проводится там этап бриллиантовой лиги, там, в том же Стокгольме, к примеру, ну, то есть это праздник для всего города, там все стадионы всегда полные, некуда сесть, и я помню, каждый раз, если я хотела остаться, например, на соревнованиях и смотреть еще какое-то ну, выступление кого-либо, да, или просто посмотреть соревнования, я сижу на ступеньках, потому что мне некуда сесть. И это классно, потому что, ну, это атмосфера, и люди, видно, что они интересуются, что они не пришли отбыть номер или просто так там поспать в кинотеатре. Вот, им это интересно, они вовлечены, они с семьями приходят, для них это прям целый развлекательный уикенд, ну, то есть они отдыхать приходят. Нужно свидание замуж на каком языке чаще зовут? Ну, пишут на английском все равно. Если это не с Америки, да, кто-то, они пишут на английском, потому что они не говорят на русском, ну, и английский все-таки считается более интернациональный язык. А в Твери вы звезда, ну, то есть не такая, как Михаил Круг, я понимаю, но на втором месте, да? Ну, у нас там Илья Ковальчук еще есть. А, ну да. Как же. Не, ну да, на родном городе, конечно, потому что у нас все-таки город небольшой, ну, практически 500 000 жителей, но все равно. И не так много людей, наверное, которые в спорте как раз-таки добивались каких-то высоких результатов, тем более, которые прям оттуда, да, то есть родились и выросли в Твери. Про планы я хотел спросить. Вы сказали, что в августе начнется уже какая-то подготовка. Середина августа у меня.
А в целом в этом году никаких соревнований, ничего нигде мы вас не увидим? Или? В этом нет. Поэтому я начинаю с середины августа, это рано. Потому что обычно я начинаю, ну, если у нас нормальный сезон, да, он заканчивается в сентябре, то я где-то беру полтора месяца отдыха всегда, да, и начинаю тренировки, наверное, где-то практически с середины октября, то есть примерно. Mm-hmm. Вот. И в этом году я хочу выступать в зимний сезон. Ну, в смысле, это получится уже в 2021, да, году, зимний сезон. Ну, скорее, может быть, он начнется в конце декабря, но, скорее всего, начало января. Поэтому я хочу начать пораньше, чтобы подготовиться к зимнему сезону еще, потому что все-таки соревновательный опыт надо где-то добирать, так как его отсутствие в этом летнем сезоне нужно будет восполнить в зимнем сезоне 2021 года. Спасибо вам. Будем Спасибо ждать вас вам. В Риге. Да, я приеду. В Риге тоже какие-то соревнования были, я помню, вы участвовали. Я прыгала зимой, в 17-м я прыгала зимой здесь, да. Мне нужны были старты, и мы были как раз в Европе, и почему нет? Ну, как бы, когда более-менее нормальный манеж и удобная локация всегда, да? Тем более думал, друзья. Он нормальный, да? Думал, критиковали, что там... Ну, нет, ну, не идеально, конечно, но нормально. То есть есть хуже. То есть, может быть, там просто не... Там всякие рэперы снимают клипы в стиле советского здания. Но... А, не, ну, аранжировка меня, честно говоря, мало интересует. Меня интересует дорожка и планка, все. Может быть, там планка не очень хорошая, но дорожка позволяет, по крайней мере, нормальный результат показывать. Потому что можно иногда приехать, и ты прям вот все, что хочешь, делай. Вот головой об асфальт бейся, вот 6:50. А ты все прям делаешь, all out вообще. Вот. Ну, там дорожка мягкая, например, ну, вообще ты не бежишь по ней. На следующий соревнование приезжаешь, там 6:80, ну, спокойненько. Просто это все-таки зависит, такие вот вещи, особенно в манежах. Поэтому нет, нормальный манеж, нормальная жесткая бегучая дорожка, пожалуйста. Я там 70 там чем-то я прыгнула, то есть это было нормально, для меня была рада результату. А с нашими легкоатлетами вы дружите с кем-то? С Инетой, да, по-моему? Ну, с Инетой очень близко. С Лаумой Гривой мы тоже дружим. У нас не так много их, наверное. Ну, немного, но есть. Букша есть. Немного, но есть. Не, ну, две девочки копьеметательницы у вас еще хорошие. И конец. И конец еще, да, она многоборка, да. Нет, у вас есть, вы зря так. Ну, не, мы просто зимний спорт, вот самки вниз головой. Вот. Ну, это я вот, да, немножко далека как раз-таки от этого. Я вот из зимних только могу вот хоккей там. Мне очень нравится фигурное катание, но я ни разу не смотрела вживую. Ну, не получалось просто нигде, но по телевизору смотрю. И мне безумно нравился биатлон, ну, по телевизору смотреть вообще. То есть я не люблю смотреть лыжи, лыжные гонки, но биатлон вообще класс. Класс. Там очень драйв из-за того, что стрельба, конечно, она разнообразная. Сразу оживляет. Да, очень сильно оживляет.